Окей, хорошо. Комфортно. А ты спокойно остаешься? Потом он еще не спит, а отдельно. Он еще отдельно вам подставит. Круто, да, хорошо. Только вам. Песня называется «Рикардо». Более сильно, более мощно, чтобы звук гитары раскрывался.
Довольно, опять же, тяжело сказать, я вокалист, мои коллеги, кто разбирается в этом профессиональном цехе. По поводу звука, Виталий, я вам скажу, но желательно, конечно, не микрофон, потому что сейчас пытались нас вывести, но тяжело все это сделать. Ну, это как бы микрофон, наверное, место и так далее. И я посмотрел вашу страницу ВК, честно, дружище, дизайн, пожалуйста, сделайте хороший дизайн. Это основа всего, это ваша продающая картинка. Ваш первый, с чем сталкивается человек, который зашел к вам. Честно, я бы прямо жестко раскритиковал все. В плане дизайна, логотипа и так далее. Но Paint не наш проект, его видите на сцене. Не во дворе. Поэтому дизайн. Это самое главное. Кого Ну, я вам честно скажу, лично я свой дизайн сделал себе сам. Шаблоны на все афиши, на все остальное, сам со всем поработал. И потом это уже можно, знаете, делегировать другим людям. Ты можешь сделать, да, вот, например, приятелю, даже жене, а вот это сделать, это просто на фотографию ставить, написать текст. Так и шаблон готов, вы просто фотошопе. Так, кстати, очень полезно, вы будете легко решать все проблемы. Лучше вас это не сделать. Понимаете? Есть запись? Да. Сколько песен? Последний раз я записывал именно «Бог». Еще самое главное, ты будешь поуверен, потому что у тебя
приятно, ты будешь себя чувствовать как не один на сцене, и у сцены визуально будет глубина. Вот, будет как бы передний план, да, ты с гитарой спокойно исполняешь и так далее. Будет больше уверенности, и голос у тебя по-другому заработает. Вот, это сразу на первом этапе, да, сразу же и слушатель, и тебе уверенность, потому что та уверенность, которую ты можешь получать на подобных, в том числе мероприятиях, ты будешь это транслировать в сеть, да, ты захочешь в поле делать дизайн, а кому-то что-то делегировать, а там написать ревер, чтобы вот кто-то из-за конца саундтреками, да, с твоей музыкой поставил саундтреком, потому что у тебя явно могут быть такие песни, которые очень зайдут там, да, в кино, например, да, помимо всего прочего. Но вот реши сразу же этот вопрос, потому что себя ты долго будешь менять, все равно даже захочешь тут какие-то живые человечки. Может быть, этого не надо. Смотри себя на дополнительной команде, ты больше в группе уже играл. Спасибо тебе. Филипп, спасибо за песню. Я для любителя определять любую музыку, в какой это жанр, какой это стиль. Вот я тебя определил стиль, фолк инди, акустик, сонграйтер. Это очень популярный стиль, например, в США. Там в каждом квартале по десятку музыкантов. И у них колоссальная востребованность. По-русски это примерно, ну не знаю, застенчивый независимый парк. То есть это жанр. Это не потому, что ты что-то не доделываешь или стесняешься. Это жанр, ты так видишь, ты артист. Ты просто должен найти такую аудиторию. Она, наверное, не очень велика в нашей стране, но вот американцы очень любят печаль, грусть и грустнее, грустнее грустного. Ты вписался когда просто чудесно. И со своим артистским лицом, и с этим мягким вокалом, и с такой совершенно неагрессивной манерой исполнения. То есть это жанр, он очень специфичный. Но он имеет свою аудиторию, он особенным образом записывается в студии, и у него есть свои поклонники, его можно продавать. Поэтому все прекрасно. Спасибо тебе за то исполнение, за твой редкий жанр. Я получил хорошее впечатление. Так что давай сотрудничать, присылай то, что у тебя есть. Спасибо. Спасибо. Жанр, да, смотри, такой очень приятный и очень... Мало я, честно говоря, много себе, может быть, их много, но я мало знаю, в Москве нет, где так можно увидеть, посидеть, приехать. Вот, а заведите эти маски, вот так. И всем нужен контент хороший. Поэтому, наверное, первое, что ты можешь сделать, это как у тебя вообще проверяешь, или есть ли там постоянные? С клубах Москвы. Просто мне кажется, твоя вот тема такая, ты когда играл, я прям окунулся куда-то в свои мысли, и это приятно. Надо отключиться от мира, послушать, да, даже не от тебя смотреть, а наслаждаться своей игрой. Меня это еще напомнило Арию, они такие вот тоже нахуй приятные ночи. Мне кажется, очень классно, тебе, может быть, не нужны арены, тебе нужны арены. Ты вообще хочешь больших выступлений? Или ты кайфуешь, когда есть какая-то маленькая аудитория? Наверное, ну, как бы они сами у всех, да, то есть как цели большие тоже записывать и уйти. Да, то есть, ну, потом я скажу, напомню историю о моей инфекции. Короче, мне кажется, что нужно. Первое, да, сейчас короткие цели, приятная, хорошая музыка, это все нужно дезинфицировать, записать, это ее руки. Я особо не нашел, там какие-то выступления есть, видеозаписи нет. Опять же, история, то, что я говорю, описывай вообще, что тебе мотивирует, кстати, на каких эмоциях это рождается, действует, нет, приятно. Это будет увеличивать интерес к тебе как персоне и на тебя слушать, потому что я буду артистом, потому что есть такая история, как можно посмотреть. И, наверное, нужно больше договариваться, ходить по разным заведениям, показывать их, либо предлагать им сделать какие-то такие выступления, родители. Будет классно, если ты сможешь набрать себе, чтобы ты за три дня, например, с воскресенье, там, что в субботу мог проходить ряд заведений, начиная там с 7 вечера, до 2 часов ночи. Вот, по часу играем в разные заведения, где люди просто себя отдыхают, неприятно в конце дня, уставшие после недели, послушать такую музыку, наслаждаться и подумать о чем-то своем. Мне кажется, это будет формат именно такой. Если ты не берешь ряд каких-то выступлений, или говоришься там где-то за бесплатно, где-то там за копеечку, где-то за нормальные деньги, ты потом уже начнешь выбирать, где тебе за сколько играть. Вот, и как, опять же, можно делать свои концерты. Это вчера, будет вчера? Да. Слушал, если ребята рассказывали о том, как не будучи неизвестным, но при этом можно собрать свою аудиторию и сделать концерт. Я слушал Багирова, наверное, тоже не могли бы продавать. Я слушал, что я выступаю. Вот,
в общем, да, в общем, можно помониторить, что мы говорили, баланс и поспрашивать. Нет, можно делать свои концерты, будучи неизвестным, например, привлекать аудиторию хотя бы раз в 3 месяца, да, время постоянно искать новые места, собирать, то есть набери себе больше мест, больше практики, пиши больше песен, больше, чтобы тебя снимали, чтобы у тебя постоянно был контент, вовлеченность, и потом уже можно будет дальше думать о больших мировых сценах и так далее. Но такой формат, мне кажется, вполне востребован, да, коллеги? И коллеги. Да, да, я думаю, да, я вот не согласился. Гитарные вот такие вот посиделки вечерние, они очень кайфовые, и им очень хватает. Не всем нужна движуха, потому что они клубы позакрываются, все переходят к тому, что больше приятен такой барный, кафешный, ресторанный формат и хорошая акустика, еще и когда свои переписки, они, наверное, цепляют вас. Вот. Спасибо тебе за эмоции, которые нам дали. Спасибо. К своему коллеге тоже уже обращаюсь, познакомимся на концерт, у него вообще каждый день почти концерты, Александр Агейко. Тоже хочется с вами будет пообщаться, уже даже кулар, обменяйтесь контактами обязательно, это прям ваш непосредственный, так сказать, ну, так сказать, начальник. Ну, лидер мнений, так сказать, один из лидер мнений, вот это присутствует здесь. По своему опыту он очень-очень импонирует вам. Все, удачи, спасибо, Филипп. У нас сейчас будет выступать Евгений Костик, группа «Жгучие», но вообще скажет он, наверное, немного о себе сам. У него очень экстравагантный вид в таких темных очках. Итак, все готово. Добрый день, меня зовут Евгений Костик. Всем привет.